Здравствуйте, друзья! Хочу рассказать вам, какой корм я даю своим попугаям. Именно корм компании «Природа», производитель Украина. Лучший украинский корм – это корм компании «Природа». Вообще не только для попугаев, для всех видов животных. Этот корм, как видите, 500 грамм для волнистых попугаев. Вот здесь вот отмечена категория попугая. Этот корм является премиум-класса, здесь написано «коктейль». На обычном корме не будет такой надписи, и упаковка будет не белая, а какая-нибудь серая или синяя. А вот премиум-класса, вот такая белая упаковка с названием «коктейль». Еще здесь фруктовые, это именно фруктовые. Здесь большая разновидность кормов, ну, то есть видов пшена разного. Вот здесь вот состав, если напишу текстом подробнее состав, что сюда входит. Есть различные фрукты, семена, ягоды, напишу поподробнее в описании еще этого видео. Цена этого корма 62 гривны, также напишу. Здесь вот перевод, сколько это будет в долларах по нынешнему курсу. Как его давать, в общем? Давать его нужно с утра. Я обычно даю его с утра. 2 чайные ложки. Точнее, если у вас один попугай. У меня пара попугаев, пара волнистых попугаев. Значит, я даю 4 чайных ложки с утра. Если же вам попугаю не хватает, то есть, точнее, попугаем, либо уже у вас одному попугаю не хватает этого корма, нужно следить за этим, то можно в течение дня немножко добавлять постепенно. Также не забываем давать водичку, потому что сухой корм нельзя просто так употреблять, то есть без ничего, без воды. Также не забываем, что нужно давать не только, если вы хотите, чтобы у вас были здоровые попугаи, и чтобы они прожили дольше. Нужно давать не просто чисто сухой корм, а еще добавлять различные фрукты, яблоки, бананы, к примеру, или различные ягоды. Также не забываем зелень давать, ветки с деревьев. Но прежде чем давать ветки с деревьев, с улицы их нужно хорошо промыть в воде кипяченой, желательно кипяченой. И после этого давать уже попугаю. А корм считается, корм вообще считается для попугаев, как для людей, фастфуд. То есть вы бы не хотели бы, к примеру, питаться фастфудом каждый день. Каждый день питаться фастфудом, что бы с вами случилось бы через, к примеру, полгода. Да, просто представьте. Поэтому нужно употреблять и фрукты, и зелень, как и людям, так и попугаям. Поэтому не нужно пренебрегать этим правилам. И, конечно же, давать чистую воду вместе с кормом. Спасибо за просмотр, друзья. Я лично рекомендую этот корм, так что можете, это не реклама, можете прикупить себе этот корм для волнистых попугаев. В следующем видео расскажу, какой корм даю своим попугаям-перурам. Там будет немножко другая история. Спасибо за просмотр, пока.